Это был лучший вратарь 20 века. Он лучший из лучших. И по сей день его слава будоражит всех любителей мирового футбола. Бюджет 360 миллионов ворованных рублей. А вдруг? А да, а почему бы и нет? В общем, Лев Яшин, вратарь моей мечты и твоей мечты. Откуда эти бабки, спрашивается? Это интересный вопрос. Вопрос к режиссеру Василию Чигинскому. В главных ролях Александр Фокин. Фокин? Кто это? Юлия Хлынина. Кто это? Ну, Алексей Гуськов. Мы знаем его. Алексей Кравченко. Бригада! Евгений Дятлов. Тоже знаем. Виталий Хаев вечно играет то каких-то бандитов, то... Честно говоря, я не особо люблю русские фильмы. Только если это классика СССР, да. Современные фильмы, они в основном дерьмо из дерьма. Но этому фильму стоит отдать должное. Фильм «Гагарин» был тоже интересный фильм. К этому фильму нельзя относиться как-то по-другому. Ведь это наша с вами история. Если вы фанат, футбольный фанат, то этот фильм для вас. Я не футбольный фанат, но я люблю смотреть чемпионаты мира и Европы. Моя любимая сборная – это сборная Германии, конечно же. К сожалению, я не могу сказать это об этом сборной России. Очень жаль. Но, увы, мы не футбольная ни хрена страна с вами. Но этот человек, ему нужно отдать должное. Даже если ты не любитель футбола, даже если ты презираешь русский футбол, этот человек и этот фильм ты обязан посмотреть, потому что в истории жил Лев Яшин. Черный паук, черная пантера и даже черный осьминог. Таким прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Видение. Он неизменно в черном свитере с буквой «Д» — «Динамо» — был полноправным хозяином в своей штрафной зоне. После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Вы только представьте. Я болел за Оливера Кана в нашем современном мире, но он ушел. Тоже классный вратарь. Но Лев Яшин – это вратарь моей мечты. Единственным вратарем за всю историю футбола, получившим золотой мяч – лучшим, по мнению FIFA, вратарем 20 века. Этот фильм нужно посмотреть. Хотя бы знать свою историю. Историю того далекого 20 века. И, конечно же, футбола. Фильм 2019 года. Моя оценка фильму 8 баллов. 8 баллов за этот великолепный, хорошо снятый драму-биографию фильм. Лев Яшин, спасибо вам, маэстро, за то, что вы подарили нам настоящий футбол.
Будущее. Два часа. Два часа этого великолепия смотрелись просто одним дыханием. Друзья мои, ставьте лайки или дизлайки. Больше лайков, больше дизлайков. Конечно же, подписывайтесь. И если есть возможность, друзья, буду рад любой денежке на мой кошелек. И, к сожалению, монетизации нету, но ничего не поделаешь. Все будет хорошо. Друзья мои, смотрите только лучше и обязательно посмотрите этот фильм. Это история, это наша история. И это гений. Это человек эпоха. Adios.